Всем привет! Вы на канале Мир Людей. Перед просмотром видео не забудьте подписаться на наш канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео на нашем канале. Елизавета Хорошилова, старшая дочь актрисы Екатерины Климовой, в этом году стала совершеннолетней. 18 ей исполнилось в апреле. Девушка очень похожа на мать, в чем регулярно убеждаются и многочисленные подписчики в Instagram. На личной странице юная Лиза рассказывает поклонникам о своей жизни, делится планами, выкладывает фотографии. Помимо популярных нынче селфи, она знакомит верных фолловеров с интересными фотосессиями, в которых предстает в различных образах, порой очень ярких и необычных. Елизавета училась в Ломоносовской частной школе, считающейся одним из наиболее престижных образовательных учреждений столицы. Дальнейшую жизнь девушка решила связать не с артистической стезей, как предполагали многие, а продолжить обучение на журналистском факультете МГУ. Такой поворот для многих подписчиков стал неожиданностью. И это понятно, ведь молодая Хорошилова не только так же красива, как и ее мама, но и обладает стройной фигурой и достойным ростом 176 см. Понятно, что поклонники сразу же стали пророчить ей либо карьеру актрисы, либо модели. Отец Елизаветы – ювелир Илья Хорошилов. С ним мама Екатерина познакомилась, когда сама еще училась в школе. Они полюбили друг друга и скоро поженились. Лиза родилась в 2002 году. Казалось бы, можно жить долго и счастливо, но довольно скоро супруги начали понимать, что былые чувства сходят на нет. Брак распался, когда дочке было только 2 годика. Сама Климова говорит о дочери как об общительном и открытом человеке с тонким чувством юмора и безо всякой звездной болезни. И замечает, с дочкой у нее исключительно доверительные отношения. Если вам понравилось наше видео, обязательно поставьте лайк и подпишитесь на наш канал. Также не забудьте нажать на колокольчик, чтобы первыми получать уведомления о новых видео на нашем канале. Всем пока-пока!